Васёк, у тебя же тоже ничего не горит. Нет, понимаете, у вас не горит, а говорят, не говорят варить. Да вот я ему говорю. У тебя горят? Смотри, блин. Ничего же не горит. Это очень долго, но я вам всем видео могу скинуть, то, что они горят. Не горят. Не горят. Васёк, у тебя горит что-нибудь? Ладно, не суть важно, у меня видеофиксация есть, то, что они горят, и остальное меня не волнует. Вот, видите, у меня наш нас тоже не волнует, нас тоже не горят. У вас хоть тысячу человек, пускай говорит. У нас тоже есть видеофиксация, то, что у нас ничего не горит. Гражданин, я вам еще раз повторяю, пускай у вас хоть тысячу человек здесь утверждает, что у нас тоже есть видеофиксация, то, что варики не горят. Пускай. Будет наша видеофиксация против вашей видеофиксации. Если вы их не видите, то я вообще не понимаю, что происходит. Ну, потому что они не горят, поэтому их не видим. Я просто не имею права садиться за руль данного автомобиля. Вот, я бы сел и проверил бы сам. Видимо, ваш товарищ, который вот в очках, который, не знаю, его звание, как безразличное звание, там, видимо, он не умеет обращаться с автомобилем. Вот сейчас горят. Товарищ прапорщик, можно попросить? Вот сейчас горят. На этот раз что-то средство. Вот сейчас горят тоже? Сейчас горят. Да, горят. У меня они как-то горят. Нет, у меня ничего нет. Я вообще не понимаю, что за фигня. Вот погоня-то была, да. ОПС. Ты куда едешь? Да я хз, просто кашу грызть. Блин, мне тоже надо покрасить чуть. Ты чё, блядь, охуел нахуй? Ну вообще вот, походу, хороший ДПС. Да вообще посрать, у меня 43 карты, ой, 43 ключа, чтобы выйти. Стой, стой, а где Серж? Серж, он, короче, это, у него вылетело, и плюс он ещё пошёл, собака, блядь, и он будет спать. А, то есть, а чё он меня там, убить хотел, да? Чего? Он меня убить хотел? А мне я сказал то, что он меня убить хотел. Могу съездить купить. Сейчас езжу, куплю. Хорошо, спасибо.